Так, здравствуйте, меня зовут Александр Иванов. Спасибо всем тем, кто к нам сейчас присоединяется в чате. Вебинар называется «Внутридневной анализ рынка золота и серебра, а также курса валютной пары доллар к рублю». Мы проанализируем данные торговые инструменты, возможно, еще и те, которые вы сами тоже торгуете. Давайте перейдем на аналитику Форекс, календарь событий FX30, ставьте плюсики, если со связью все хорошо. Смотрим, какая сейчас у нас важная статистика. Во-первых, у нас, естественно, выходило данные решения по процентной ставке. Рынок, за исключением металлов, валютный рынок достаточно сильно отреагировал. Металлы практически никак не отреагировали. Я смотрел статистику и не видел каких-либо сильных изменений на рынке металлов. Также у нас вышли данные по ВВП Новой Зеландии. ВВП оказалось хуже. И сегодня особо значимых событий, таких же, как и вчера, мы уже не ожидаем. Сразу забегая вперед, хочу сказать, что завтра будет важная статистика у нас по доллару к Японии. То есть завтра, я думаю, что все, кто торгует японской валютой, увидят сильные ценовые движения. И также завтра будет также инфляция по Канаде. Давайте откроем сейчас терминал. Начнем с рынка золота. Мы здесь достаточно давно уже привыкли отмечать отметку 1191, которую мы находим с вами по недельному и по дневному таймфрейму на рубеже свечки, которая образовалась у нас еще на уровне ее открытия 10.05.2014 года. И также берем еще и верхнюю часть тела свечи и все ждем, когда же все-таки цена выйдет из данного бокового диапазона, который сейчас она формирует у нас буквально вот уже 2 недели. Вот это если говорить о широком диапазоне. Вот таким вот образом я для вас отмечаю этот диапазон. Выход цены вверх либо вниз из данного диапазона будет решать уже, естественно, судьбу либо на рост, восстановление золота на крупных таймфреймах на долгосрочной перспективе, либо все-таки у нас произойдет снижение. Мы вчера предполагали, что у нас снижение может пройти еще больше, потому что мы наблюдали с вами, во-первых, сначала огромную черную свечку в сторону тренда, потом у нас была коррекционная свечка с хорошим потенциалом для снижения. И вчера у нас снижение прошло, но только снижение оказалось не совсем значительным. Мы надеялись на самом деле, что золото значительно сильнее снизится, но этого не произошло. Снижение было, но как таковой день закрылся ниже, чем открылся. Но по факту просто появился локальный рост спроса, и покупатели не дали данному инструменту снизиться на более низкие рубежи. Если посмотреть экстремальные отметки 1182, вот примерно до этих рубежей у нас цена и корректировалась. Давайте посмотрим, как у нас на 4-часовике ситуация. Сейчас видно, контртрендовая тенденция у нас набирает обороты. Сейчас в режиме онлайн у нас замедление контртрендовой тенденции. На часовом таймфрейме индикатор Money Flow Index показывает экстремальные значения. Цена сейчас вот-вот уже у нас практически пробивает. Нет, еще не смогла пробить экстремальный уровень фрактала 1201. Значит, не хватает спроса, чтобы пробить данный рубеж. Так, секундочку. Судя по всему, я пока не буду вам рекомендовать покупать. Особенно, когда цена дошла к сильным уровням сопротивления. И у нас сейчас нет развязки. Нет развязки, неизвестно, рванет ли рынок дальше, пробивая фракталы 1201. Или 1202. С большей степенью вероятности возможно сейчас снижение. Вот, по крайней мере, на рубеж 1196-1198. Не вижу я сейчас предпосылки для покупки. Цена росла у нас, но в моменте сейчас произошло замедление роста. Остановилось все, как вы видите. На мелком таймфрейме у нас видно, цена стабилизируется, но также под фрактальным уровнем
планомерное восстановление после сильного снижения. Редкий случай на самом деле. Медленно, но верно, золото восстанавливается. Итак, акцентирую ваше внимание на той точке, с которой начиналось у нас снижение. Я ее сейчас даже выделю в таком случае жирным шрифтом. Если золото пробивает данный рубеж, будем ждать закрепления в обязательном порядке. Это означает, что некая стабилизация цены должна быть выше этого уровня. То есть цена должна хотя бы просто постоять на этом рубеже, хотя бы одну-две свечки, хотя бы потом рвануть дальше, до следующего уровня. Если этот момент, если этот сценарий не реализовывается, наоборот, у нас рынок, может, сейчас пойдет вниз или протестирует данные рубежи и пойдет вниз, ну, в таком случае это будет хороший сигнал вообще даже на продажу вплоть до уровня 1182. Вот такая вот у нас развязка должна сейчас возникнуть в ближайшее время. Так, давайте посмотрим по серебру. Здесь активного снижения и роста не было. Здесь, можно сказать, похоже все на волатильный боковик. Здесь проще на самом деле анализировать, чем на золоте. Вот у нас сформировался уровень, цена к нему откорректировалась. Если на золоте мы сильнее восстановились, на серебре у нас после сильного снижения такого выкупа не было. То есть цена стоит на месте. Давайте посмотрим еще раз на золото. После сильнейшего снижения мы сейчас практически восстановились и находимся примерно на экстремальном уровне, с которого у нас начиналось снижение. Теперь посмотрим на серебро. Нет, примерно картина на самом деле одинакова. С той лишь разницей, что у нас очень долго золото стабилизировалось на том же уровне, который являлся препятствием, когда цена у нас пыталась оттолкнуться вчера от уровня поддержки наверх. Сейчас вижу, что картина весьма сильно отличается. Смотрите, у нас получается уровень сопротивления находится выше. Я его сейчас покажу еще раз. Вот он. А уровень поддержки на золоте, получается, у нас находится как раз-таки в этом же районе. Цена просто стояла в боковике. В боковике стабилизировалась, потом пыталась пойти наверх, и в итоге все движение разрушилась, можно сказать, и пошло все вниз. Я вижу, что реально предложение здесь больше. Несколько другая структура по уровням получается. Вот так вот. Берем ставку фигуры прямоугольник. Выделяем наиболее плотную область. Чтобы вырасти серебро, гораздо сильнее нужно, гораздо больше покупателей должно быть. Потому что уровень-то очень сильный у нас здесь образовался. Сопротивление. Вот. Как мы его преодолеем? Даже если сейчас мы будем расти, нам нужен очень сильный импульс для того, чтобы преодолеть ближайший уровень сопротивления и закрепиться выше. Тут же находится еще сильный уровень. Нужен огромный импульс. Должна быть серьезная статистика. Я смотрю по огромному таймфрейму, никакой предпосылки для этого не вижу. Серьезнейший уровень сопротивления, который нам нужно пробить. Так, до него не просто еще нужно пробить, до него надо еще хотя бы дорасти. Достаточно большое расстояние.
Поэтому я не прогнозирую здесь пока никакого роста. Больше считаю, что есть вероятность либо стабилизации цен на текущих уровнях, либо снижения. Хотя, несмотря ни на что, золото и серебро у нас сейчас растут. Но вот сейчас замедление у нас роста возникло, поэтому вполне возможно сейчас может образована быть черная свечка, то есть вниз. Я уже сказал, что это примерно отметка 1198, 1196 в этот район, то есть к нижней границе данного бокового диапазона. Еще раз возвращаемся на серебро. Здесь структура уровней совсем по-другому сформирована, в отличие от золота. И поэтому получается, что у покупателей двойное препятствие образовано на пути роста. Чтобы купить серебро, надо быть настолько уверенным, что мы столько уровней должны пробить. Золото гораздо проще будет расти, исходя из того, что как таковой уровень, потому что первый был преодолен. Здесь есть незначительный уровень. Вот если посмотреть на эту стабилизацию цены в свое время, вот на этих уровнях, которые были раньше сформированы еще 15 декабря. Но я не думаю, что эти уровни сильные. Если возвращаясь на серебро, здесь просто гораздо больше получается по времени цена стабилизировалась, поэтому эти уровни сильнее. Во всяком случае, считаю, что до сих пор пока покупателей больше на золоте, поэтому если есть желание покупать, покупайте золото. Если же есть желание продавать, продавайте серебро. Итак, давайте посмотрим на ситуацию по доллару к рублю. Многие долго этого ждали. Смотрите, какая красивая картинка получается на часовом таймфрейме. Цена просто вернулась к сотой скользящей средней. Для тех, кто, чтобы ее посмотрел, какие у нее параметры. Просто экспоненциальная сотая, все. В идеале на часовике к ней пришла. С потенциалом оттолкнуться вверх. Почему? Потому что я ждал, на самом деле, пробития уровня 58, 300, 37, 484. Сейчас я вам объясню, почему. Многие из вас просто видят свечки и не знают, что эти свечки образовываются именно на какой-либо важной информации, на которую реагирует рынок неким образом. И таким образом формируются уровни. У нас была повышена процентная ставка, но ниже 58.37 цена не ушла. Нужна реакция рынка, положительная. Каким образом она должна выглядеть? То есть цена идет ниже этого рубежа, закрепляется и идет дальше вниз. Сейчас покажу следующий уровень. Следующий уровень у нас вот. Опа, вот так вот. Так вот более точно. И более плотную область сейчас я выделю. Берем вот эти в расчет уровни и показываем мы их вам. Вот, по крайней мере, в этот район. Вот. Вы видите, должна снизиться цена. И по идее, если бы то, что сделал Центробанк у нас на днях, должно было бы положительно повлиять на доллар к рублю, то есть имеется в виду, доллар должен был бы упасть, то по крайней мере первая цель была 54,90, 55. Я сам ждал на самом деле этого момента. Но невероятнейшим образом начался рост. До 78 доходило у нас. Сейчас, если все-таки центральный банк будет продолжать поддерживать рубль, то поддержка 58,37 должна быть пробита. Если центральный банк не будет влиять на поддержку нашего рубля, таким образом уровень 58,37 останется непоколебимым. Это тогда будет хорошей возможностью для продолжения роста. Потому что здесь фактически уровней никаких я не вижу серьезных. Ни одного серьезнейшего уровня я не вижу. Ну, дорастем мы сначала до отметки, допустим, пускай будет
68. Представляете, какой диапазон здесь? Гигантский. По факту, после закрепления можно рвануть еще дальше. Поэтому те действия, которые были предприняты вчера, я так думаю, они должны быть продолжены в обязательном порядке. Потому что уровень 58.37 теперь у нас становится фундаментальным уровнем с той точки зрения, что именно в этот момент рынок показал свою реакцию на новость снижения, точнее повышения процентной ставки. На теперь, я думаю, все внимание должно быть направлено на то, каким образом цена должна будет отреагировать на то, что сейчас она находится около данного фундаментального уровня. Обычно фундаментальными уровнями я называю дневные таймфреймы, но здесь исключительный момент. Здесь я четко привязываю к сильной новости. И теперь, если центральный банк даже продолжит поддержку, я считаю, что этим не должно закончиться. Поддержка тем, чтобы цена снизилась до уровня 55. Я считаю, что принципиально важно снизить цену до уровня хотя бы до уровня, вот это у нас отметка будет 49, хотя бы до 49, потому что в свое время здесь был у нас образован ценовой гэп, и цена у нас просто скорректировалась в моменте, не закрыв этот ценовой гэп. Не закрыв этот ценовой гэп, и сразу же пошел у нас рост. Причем рост очень сильный. Поэтому считаю, что если все-таки центральный банк будет поддерживать российский рубль до конца, нужно хотя бы снизить курс доллара, повысить курс рубля до уровня хотя бы 49. Все, что будет ниже, это уже будут рыночные факторы. Там уже можно будет смотреть по ситуации, потому что здесь достаточно сильные уровни, которые находятся достаточно очень сильные уровни, и поэтому, которые могут просто чисто технически оказаться сильной поддержкой. Вот. Поэтому, насколько вероятно то, что снижение продолжится, это будет видно от внешнего вмешательства, как и вчера, как внешнего вмешательства в данный торговый инструмент. Итак, теперь с точки зрения рыночной ситуации, я удалю сейчас все эти уровни. Вот так вот. Посмотрим, что у нас происходит на рынках сейчас. Доллар к Швейцарии. Доллар к Швейцарии – невероятно позитивнейшая ситуация. Если такое сейчас у нас произойдет, то, конечно, мы увидим снова доллар к рублю на новых исторических максимумах. Поэтому даже страшно, если честно, смотреть на эту картину. На такое сильнейшее восстановление. Далее смотрим фунт. Далее смотрим евро. Далее смотрим доллар к Японии. То есть везде доллар чувствует себя очень хорошо. Австралия. Везде на рынке доллар чувствует себя крайне оптимистично. Вот исключительный момент – доллар Канаде. Но в целом-то он весьма позитивно себя чувствует, потому что он все-таки снизился, потом его выкупили и стабилизировался на уровне, можно сказать, открытия вчерашнего дня. Поэтому доллар Канаде весьма позитивная ситуация. Если посмотреть на наш доллар к рублю, получается, что с таким же подходом мы должны вернуться, с таким же расчетом должны вернуться на 68 и стабилизироваться здесь, на этом рубеже. Если смотреть на ситуацию, как это было на долларе к Канаде. Несмотря на то, что у нас доллар, естественно, сильнее всех чувствует себя в нашем рынке, нисколько это не должно говорить о том, что доллар должен у нас мгновенно при невмешательстве
с внешней стороны обваливаться, то есть снижаться. Он должен фактически продолжать двигаться в том же направлении, как и на всех в мировых рынках. То есть имеется в виду, должен, по крайней мере, следовать за рыночным спросом, который присутствует сейчас на рынке. Доллар пользуется спросом на самом деле, и мы сейчас посмотрели, что действительно везде, без исключений, доллар растет. На самом деле, как страшно бы ни казалась текущая ситуация с данным торговым инструментом, для спекулянтов это возможность заработать. И я считаю, что для тех, кто купил раньше доллар к рублю, есть смысл продолжать держать длинную позицию. Занимать короткую позицию не рекомендую. Тем более вот сейчас уже нет смысла. Давайте посмотрим, как он себя чувствует на других инструментах. Доллар к норвежской кроне. Ну, относительно позитивная тенденция, потому что он восстановился. Доллар к шведской кроне. Нейтрально позитивно. Гонконгский доллар. Гонконгский доллар тоже весьма позитивно. Далее посмотрим. Еще раз. Датская крона. Крайне позитивно. Крайне позитивно доллар себя чувствует. Причем собрался даже расти. В восходящем тренде. Перекрывает уровни 6.01.697 и продолжает свой рост с целью обновления своих максимумов 6.07. Весьма позитивная тенденция. Доллар к Польше. Здесь фактически уже даже комментарии не нужны. Здесь крайне позитивная тенденция. Агрессивнейший рост. Невероятный рост. Сейчас формируется боковая тенденция. Вполне возможно для того, чтобы продолжить свой рост. Здесь достаточно давно уже на дневном графике цена пробила необходимые уровни, стабилизировалась выше их и фактически уровни спроса. И продолжила свой рост. Вот. Некий такой уровень поддержки. Давайте посмотрим доллар к Мексике. Доллар к Мексике начинает тоже сейчас скорректироваться наверх. Слабый, но из боковика цена пытается выйти наверх. Узкий боковик сформирован. Цена у нас корректировалась к сильному уровню. Для многих спекулянтов, которые торгуют ночью, это была возможность купить. Доллар к Турции. На долларе к Турции здесь можно смотреть крупные таймфреймы, потому что здесь волатильность настолько огромная, как и у нас на долларе к рублю. Берем ставку фигуры прямоугольник, выделяя просто самый ближайший уровень, вот и все. И цена просто к нему и корректировалась, вот. Видите, оттолкнулась и, собственно, сейчас тоже стабилизируется в боковик. Сверху есть уровень сопротивления, он относительно слабый, потому что мы таймфрейм уже уменьшили для его поиска. Вот он. И сформируем наиболее плотную область. Вот таким вот образом. На часовике цена просто стоит под уровнем сопротивления, весьма слабым изначально. Пока не показывает никаких сигналов ни на рост, ни на снижение. Вообще, как правило, когда если тот разворот, который у нас произошел доллара на долларе к Турции, это роковой разворот, самый последний, тогда цена должна снизиться, по крайней мере, к уровню 2.32.
и здесь стабилизироваться для того, чтобы прояснить ситуацию либо вверх, либо вниз. А если все-таки мы сейчас находимся в восходящем тренде, то вероятнее просматривается возможность сформировать крупную импульсную свечку и просто продолжить свой спокойный рост дальше. Я склоняюсь на самом деле к тому, что тот выкуп доллара, который здесь произошел, будет способствовать восстановлению данного торгового инструмента на данной валютной паре. К Южной Африке. Теперь смотрим. То же самое получается у нас. У нас 3 минуты осталось до открытия доллара к рублю. Абсолютно идентичная ситуация. Берем крупные уровни. Здесь спрос, судя по всему, был настолько великий, что даже тень свечки не смогла дойти до наших с вами уровней. Давайте посмотрим, может, цена у нас приходила на другие уровни. Нет, не дотянулась. Не дотянулась. Получается, что цена у нас корректировалась на 4-часовые уровни. Их мы и видим точно. Берем вставку фигуры прямоугольник, выделяем, находим более точные уровни. Вот. Осталось 2 минуты. Так, 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 так. 2 минуты осталось до открытия доллара к рублю. У нас еще есть желание посмотреть на доллар к шведской кроне. Здесь рост, спрос. В общем, я надеюсь, что все поняли, что практически везде оптимизм по доллару. Давайте доллар к китайской валюте посмотрим. Даже здесь доллар у нас открылся с ценовым отрывом, с огромным ценовым отрывом. Доллар начинает расти здесь. Ну, его цель, по крайней мере, уровень 6.25, 6.25, 140. Так, везде доллар чувствует себя хорошо. Открываем, смотрим. По факту, по идее, я уже изначально сказал, что нужно нам пробить. Нужно пробить нам поддержку 58. И не просто пробить ее, уйти ниже и не давать возможности расти данному торговому инструменту выше уровня 58.37. Тогда можно будет говорить о каком-то развороте. Пока этого не произойдет, сохраняется оптимистичный вариант роста доллара для покупателей. То есть покупатели будут радоваться. 58.37. Специально я отмечаю этот уровень. И смотрим, что сейчас будет у нас на открытии. Берем маленький. Вот, смотрите, как красиво у нас открылся данный инструмент. И давайте будем наблюдать, чем же это сейчас все закончится. Сделаю помельче таймфрейм. У нас даже стратегия Genesis Matrix есть. Давайте на нее посмотрим. Сейчас, секундочку. Оп, оп, вот так вот. Вот так вот. Все, сейчас мы посмотрим. 58. Сколько? 58.01. А уровень у нас образовался. Сколько тут? 58.37. То есть уровень мы пробили, но это еще не факт. Это вообще возможность для многих спекулянтов купить сейчас. То есть прямо сейчас в режиме онлайн купить по текущей цене. Реально, если рынок не пойдет вниз. Риск присутствует, конечно. Но нужно учитывать, что это очень сильный уровень. Решает судьбу, можно сказать, всего в среднесрочной перспективы на долларе к рублю. Это не краткосрочная сделка будет. Это будет средняя и долгосрочная сделка. Поэтому сейчас цена стоит под уровнем. Пошла цена ниже. Вот, смотрите.
опять выкупили в моменте. То есть очень сильная борьба идет на этом уровне. Я открываю самый мелкий таймфрейм. Мы посмотрим, каким образом рынок будет реагировать. Самое интересное то, что на всех рынках доллар пользуется спросом. Если сейчас снижение продолжится, внимательно смотрите отметку 57,96. Вот этот рубеж. Сейчас проще сделаю. Выделю на 4-часовике все эти уровни. Берем вставку, фигуру, прямоугольник на 4-часовике. Это будет рубеж 54,87. То есть, как я вам и говорил, давайте удалим все эти индикаторы, чтобы они нам не мешали. Оп, 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 все. Итак, когда у нас рынок открылся ценовым отрывом, это была ситуация достаточно давно. Вот куда я хочу, чтобы доллар упал. Вот. Но это, конечно, будет невероятно. Не по моему желанию рынки работают. Вот. А так вот у нас есть уровень. Еще раз я его показываю. 54,87 наиболее сильный уровень. И относительно слабый уровень 57,96. Давайте посмотрим, как цена среагирует на него. Вставку, фигуры уже хотят оттолкнуться. Уже хотят оттолкнуться, не хотят падать. Смотрите, что происходит. Вот. Ну, я прям показываю, вот, замыкаю эту свечку вот таким вот образом. Сейчас я ее даже другого цвета покрашу. Сделаю. Оп, оп, вот так вот. Это ее тело. 57,28. Куда мы упали? 57,40. На первую слабую поддержку упали. Как вчера у нас на минутном графике рынок боролся, теперь у нас на часовом графике борьба идет уже. Ну что ж, выкуп пошел все-таки. Цена упала у нас на отметку 57,40. И тут же уже восстановилась до отметки 58. Смотрю дневную перспективу. Помню, когда мы анализировали еще на отметке 42. Я специально открыл дневной график, чтобы это было видно, насколько здесь очень много уровней у нас с вами. Идет восстановление. Какая сейчас котировка у нас здесь? 58. Вот мы с вами отметили дневной ближайший уровень, и под ним я отметил вот этот ценовой отрыв, с которого начался у нас агрессивнейший рост. Нет сейчас сильной реакции ни на покупку, либо ни на продажу. Цена решила остановиться на месте. Все отметили у себя эти уровни. Я сейчас открою нашу стратегию Genesis Matrix. Попробуем и посмотреть, что там у нас видно. Она нас не обманет. Нам сразу будет видно, что, куда, зачем, почему. Значит, сейчас не видно, что покупать надо, но я просто хочу сказать, что цена стоит на слабом уровне, на часовом, который только что я вам показывал. И покупки мы здесь не видим. Давайте самый мелкий таймфрейм вообще откроем. На минутке даже нет покупки. На минутке покупка будет тогда, когда мы пробьем ближайший фрактал 58.14. Стабилизируемся. И пойдем дальше. Следующей целью у нас будет, я сейчас вам сразу же перспективу формирую. Рубежи, которые сформировались, вставку фигуры берем. Сейчас я вам проще сделаю. Оп. Вставка фигуры.
вот он, этот уровень, стабилизироваться и просто уже взлететь. Сейчас посмотрим либо наверх, либо вниз. Сейчас посмотрим. Только на рынке доллар сейчас пользуется спросом. То есть не в режиме онлайн, а если смотреть историю со вчерашнего торгового дня и реакцию рынка на сегодняшний момент. То есть на 2 днях реакцию рынка, если мы видим, то получается он пользуется спросом. Сейчас посмотрим, что у нас, как будет проходить здесь. Если сейчас мы пробиваем ближайшую поддержку и идем еще ниже, давайте я удалю снова эти уровни. Вот у нас есть фрактал 57,80, 54,87. Хотя бы на него бы скорректировались. Это уже по дневному таймфрейму. А тут слабых уровней очень много. Слабых уровней реально большое количество. Вот он есть уровень. 57,96. Он находится чуть-чуть ниже, чем уровень фундаментальный, как я его назвал. 58,37. И вот по факту мы сейчас и увидим. Итак, я вам проанализировал с помощью рыночных инструментов, с помощью технического анализа текущую ситуацию на долларе к рублю. Мы с вами уже, кто с самого начала смотрел наш вебинар, могут посмотреть запись. Запись у нас будет. Все уровни можете посмотреть. Перспективу я вам сформировал для краткосрочных и для среднесрочных и для даже для долгосрочных участников. Сегодня решающий день. Желательно нам все-таки для того, чтобы быть уверенным, что доллар не будет расти, надо удержать планку ниже 58,37. Как только цена пойдет выше 58,37, потому что сейчас я вебинар закончу. Как только рост начнется выше уровня открытия данной свечки, которая была у нас образована 12-16 часов, по 15 минутке, можно даже так сказать, или хотите по часу, можете смотреть ее. Вот она. Как только рост опять начнется у нас выше этого рубежа, все, опять у нас будет очередной рост, очередной виток до 68. Что будет негативно, конечно, оцениваться для нашего рынка. Итак, а пока сценарий, вот видите, цена стабилизируется, не хотят снижаться, стоит просто на локальной поддержке, слабой поддержке по часу. По четырехчасовику этой поддержки не существует, она по часу есть. По четырехчасовику у нас, еще раз показываю, гораздо ниже уровень есть. Первая граница его — это 54,87. Далее, вот вы видели, там уже отметки с 50. 49,79 в идеале. Желательно данному инструменту снизиться, с моей точки зрения, для того, чтобы внести максимальную нестабильность в будущий рост, который все равно будет в любом случае. Надо скорректироваться ниже 50, закрыть этот гэп. Потом фактически можно будет уже рассчитывать на более спокойное, на более спокойную торговлю, на более спокойный рост. Пока сейчас нестабильности особо я не вижу, просто мы находимся ниже отметки по часу фундаментального уровня 58. 37. Формально, я еще раз повторяю, закрываемся выше уровня открытия этой свечи. 58,37.
58-39. Тогда может опять снова сформироваться новый рост на данном инструменте. Смотрите, что происходит. За долю секунды у нас сильнейшая борьба. Минутку открою. Обратите внимание, как сильно реакция покупателей и продавцов одновременно на этот уровень. Итак, все, кто были на нашем вебинаре, всем большое спасибо. Сегодня вы можете посетить наши занятия. В четверг мы ведем занятия «География Аль-Пари. Открываем. Новосибирск». Вы сможете также отмечать для себя все необходимые уровни, торговать по ним. У нас есть курс, как работать, зарабатывать, торгуя по импульсным уровням. Сегодня он будет в 15 часов по московскому времени. Бесплатное занятие. Всем рекомендую посетить. Итак, всем спасибо. До свидания.